Делаем обложку для трека Оксимирона из Криптонита. Как обычно, начинаем с вырезания скриптонита и телевизора, на котором он сидит. Этот аппарат нам еще пригодится. Теперь очищаем кожу от лишних шумов, повышаем резкость и вручную выделяем контур на лице. Следом обязательно высветляем светлые участки и затемняем темные. Зачем я это делаю? Ну, зацените до-после. Слева мне сразу хотелось добавить кого-то еще. Ну а кто подойдет на эту роль лучше, как не наш любимый Мирон Янович, а? Ну вы только посмотрите на это лицо. Довольный, как будто только что альбом выпустил, ну. Вырезаем Мирона. Тут без шуточек. И начинаем чистить его кожу. Качество тут, как у отечественного автопрома. Но ничего, мы и не с таким справлялись. Привет, Крамбэйби. Добавляем фон и начинаем работать с освещением. В задумке здесь будет два источника. Оранжевый, которым подсвечиваем всего Оксимирона и кое-где скриптонита. И еще немного зеленого со стороны Адиля. Ну и само собой меняем цвет штанов. Долго думал, что будут показывать по телеку, и в итоге решил, что ничего. Белый шум. Глубже некуда, по-моему. На передний план я решил добавить пару таких арматур, чтобы создать дополнительный объем. Провода для телевизора я одолжил Гонфлад из прошлого видео. Если смотрели, ну считай, жизни не видели, я не знаю. Теперь разбрасываем рядом с нашими артистами листы бумаги, на которых они пишут свои рэп-треки. Йоу! Наступила минутка милоты, и самое время добавить на обложку кота Бориса. Рисуем ему контурный свет на шерсти, усах и... Свет из глаз! Ну что, переходим к текстам. Трек будет называться «Дикция». Не знаю, что еще может их объединить. Бешбармак с мацой. Я-хаза, дикция будет короче. А.к.а. смутная речь. Ну и, конечно, не забываем про цветокор. Ну и в завершение кидаем мульту. Parental Advisory Content. Наша обложка полностью готова. Не забудьте поставить лайк, подписаться и обязательно пишите в комментарии, что мне оформить в следующий раз.